Хотите увидеть Нью-Йорк? Для этого теперь есть реальная возможность. В Казахстане стартовал первый онлайн-конкурс по мобилографии «MobFest». Награды – обучение в Нью-Йорк, фильм «Академия». Цель конкурса «Мобилограф» – популяризация креативных профессий и развитие туристического бренда нашей страны. В конкурсе может принять участие любой желающий. Надо только снять видео на смартфон и отправить жюри. Главное условие – показать через объектив смартфона туристический потенциал страны, культуру, национальные ценности. По итогам конкурса будут определены 20 счастливчиков, которые получат путевку в Нью-Йорк. Конкурс мы уже начали, стартовал 1 сентября и до сих пор продолжается. Продолжаться будет до 1 ноября, так как у нас работы уже сдаются. Мы уже почти приняли более 100 работ от ребят. Это цель нашего конкурса – это поднять молодежь, именно их стремить к какому-то большому делу. Именно найти творческих людей, найти хорошо, кто снимает на телефон мобильный. И далее уже из этих зарегистрированных работ мы уже выберем топ-100. Из этих топ-100 мы уже выберем топ-20 и отправим Нью-Йорк фильм «Академию» в Америку учиться.